из-за этого в том числе тоже скатилось в конец второй сотни. Мощный, который в свое время работал с Джилл Крейбос. Долго они работали? 10 лет, наверное. Да, Рад Шаудури. Так, 8 сеянных теннисисток сегодня проиграли. Ой, как здорово. Четкий, ничем не уступает. Поднять делает брейк Маша. Рисковала Мартич, был. Ждала Мария свечку. Ну, технически не совсем правильно. Выигрывает на стартовую партию.